Всем привет, дорогие друзья! Смешного Зарбаба, мы продолжаем проходить игру Человек-паук Ремастер. Итак, мы сейчас с вами попытаемся зачистить еще один район. Это у нас верхний Вест Сайд. Тут у нас, получается, недалеко есть рюкзак, достопримечательность и голубь. Начнем, получается, получить оттуда. Вряд ли вверху. Скорее всего, это, ну да, внизу. Не туда. Я молился не туда. Паучок, не туда, блин, тебе говорю. Отлично. Статья МДЖ для школьной газеты о протестах студентов. Она уже тогда была стоящим журналистом. Отличненько. Так, дальше. Получается достопримечательность. Плюс мы с вами забыли поменять костюмчик с вами. Приходит сведение, что у Мартина Ли, помимо этих странных способностей, в духе сами знаете кого, обнаружили тяжелую стадию раздвоения личности. Это вздор. Он просто пытается избежать безжалостного правосудия. Только дурак поверит в россказни, что этот мистер Позитив, с улыбкой помогающий бедным, вдруг может стать мистером Негативом, взрывающим... Секунду. Мистер Негатив. Да это бомба, Джаред. Срочно регистрируй торговую марку. Как я и говорил, народ, злая сторона Мартина Ли, ныне известного всем как мистер Негатив, и стала причиной ужасного теракта в ратуше. Мистер Негатив. Он, короче, придумывает всем, получается, кликухи. Ладно. Надо поменять костюмчиком с вами. Вот что. Вот что самое я хочу. А здесь у нас не хватает жетон испытаний. А, вон на что, Михалыч. Но у нас доступен вот этот костюмчик. Черный костюм Человек-паук 2099. Низкая гравитация. Ослабление гравитации при нахождении в воздухе. Возьмем тебя, но опять-таки цветочек. Цветочек просто шикарная вещь. Ладно, нам нужно найти голубя. Вижу голубя. Молодец. Погоня начинается. Класс. Вот, все, мы потеряли его с тобой. Ну давай. Отлично. Пора домой, приятель. Человек-паук, ты чудо! Я только что нашел Ванессу, она здесь! Забавно звучит. Сандра рада, что они вернулись? Ну, вообще-то, она больше не с нами. У нее был рак. Говард, мне так жаль. О, все нормально. Жизнь, чтобы жить, а не чтобы хандрить. Это первое, что она сказала, узнав свой диагноз. Я постоянно себе об этом напоминаю. Продолжай искать, хорошо? Найти остальных птиц очень важно. Спасибо, Человек-паук. Хорошо, что у нас получается здесь? Давайте, наверное, все-таки научную станцию, да, откроем. Потом два рюкзака, достопримечательность. Ну и по пути, если будут попадаться эти преступления, то будем их выполнять. Их тут, кстати, будет дофига. Потому что всего лишь, по-моему, только одно с преступниками было и все. Открой-то, ну. Откройте, говорю. Наблюдение за дикими животными. Тяжелая и сложная работа. Однако она необходима, чтобы выследить в городских джунглях существо размером с птицу. Требуется высокоточная триангуляция. Пит, эта станция отслеживает GPS-чипы, вживленные в птицы других животных. Собирает данные об окружающей среде, как хотела мама. А еще улучшает GPS-сеть от Корп, как хотел папа. Короче, все в порядке. Наверное. Прости, я должен был сразу сказать тебе не тратить на нее время. Эй, этот прибор поможет мне выследить сбежавшего паука-бота. Это потеря не из дешевых. Ладно, я усилил сигнал связи на другом паука-боте. Он сможет отследить братца.
Я потерял сигнал сбежавшего бота в том парке. Там и выпущу этого. Обычное дело. Выгуливаю в парке своего паука-бота, как все. Ну да, что тут такого? Что в этом такого? Ничего, в принципе. Хорошо, он поймал сигнал сбежавшего паука-бота. Где же он? Так, и где? Ага, вижу. А ты прыгаешь? Может, его нашел и унес домой ребенок? Такой игрушки больше ни у кого нет. А это да. Эксклюзив от Человека-паука. Я бы не сказал, что он такой прям маленький. Я прогнал алгоритм поиска в узких местах. Эта труба подходит. О, нет. Надеюсь, его не сбили. Пешеходные переходы Нью-Йорка небезопасны. Взял газетку с помощью паучка. Он оказался путешественником. А как он сам по себе ходит? У него какая-то задача была или что? Как он мог так далеко уйти? Опа. Включилась тревога? Что? О, да быть того не может! А если я напугаю птицу, она уронит паука-бота и сломает его. А этот голубь силен. Он в птичьей тренажерке клювом не щелкал. Ха-ха, тренажерки. А вот он, потерявшийся. И вот мы в гнезде. Ух ты! Это же мой паука-бот! Я поймал пернатого клептомана! Теперь, когда я знаю, где они, начнем спасательную миссию. Гарри очень помог мне в тот раз. Вот бы отблагодарить его. Придется доработать паука-ботов перед тем, как снова отпускать их на прогулку. А чё, а этого брать не будем, нет? Странно, конечно. Странно, ну ладно. Не хочет брать ни в какую. Давай тогда чё, сюда, за рюкзаком. Достопримечательность, голубь, рюкзак. И потом, получается, две базы будут. Пока только нет преступлений. Не появляется ничего. В смысле? Чего ты не зацепился-то, ну? Ага. 243. Террористы захватили автобус с заложниками. Нужна помощь в Блумингдейле. Так, сейчас посмотрим. Однажды я разработаю ткань, поглощающую звук и свет. Мне пригодится костюм невидимки. Ну, наверное, да, это было бы полезно. Что у нас тут? Преступление. Совершить 4 бесшумные нокаута, бросить на паутине 5 врагов в других. О-о-о. Это не есть хорошо. Давно у нас в гостях не было офицера Эндрюса. Как всегда, спасибо вам за службу нашему городу, офицер. Что нового? Мистер Джеймсон, я ваш фанат. Но я видел, как действует Человек-паук. Мы с ним не дали людям Вилсона Фиска выкрасть их жесткие диски, и он надежный парень. Секунду, друг мой, я не сомневаюсь в ваших словах. Я уверен, что вы говорите, как было. Но вы уверены, что Человек-паук намеренно вам помог? Как так? Он явно долго враждовал с Фиском и мог просто хотеть его убрать. Это не делает его матерью Терезой. Это показывает его злопамятность. Я понимаю. Но зачем настолько не доверять ему? Почему? Потому что он прячется под маской. Вас учили. Вы делаете свою работу с жетоном в руке и с именем на нашивке. А он бегает и прячется. Если бы от вас было столько ущерба, что бы произошло? Я бы разгребал бумаги до самой пенсии. Ну и меня усадили бы работать в офис. А почему, друг мой, вы должны подчиняться этим правилам, а он нет? Знаете, а ведь вы правы. Знал, что вы согласитесь. Мне нужно его переманить, получается, сюда. Еще одного.
Хорошо, успел бросить на паутине 5 врагов в других. Барабаньки. Я не хочу заниматься. Демоны все более кровожадны. Не могу поверить, что все это дело рук Мартина Ли. Все здесь, да? Отлично. Давайте тогда за достопримечательностью. Не нравится. 10.79 сообщает о минировании. У нас вызов из Гамильтон Хайтс. Есть вызов, хорошо. Получилось. О, нет, это далеко. Это вообще другая область, другой район. Это не мое. Мы его будем потом зачищать, не сейчас. Давай тогда, наверное, все-таки пока за рюкзаком, а потом за голубем. Потому что голубь потом мне может отвезти черт знает куда. В какие районы. Голубь Говарда. Да ты серьезно, что ли? Я тебя не обижу. Хотел его обойти, не получилось. А голуби едят пауков? Отлично. Пора домой приехать. Говорят, Фиск сколотил состояние на продаже этих специй. Они хороши, но не настолько. Ну что, получается, здесь в принципе все. А, остался вообще последний рюкзак, серьезно? Да, он там находится. Ну и в принципе что, здесь осталась еще научная станция одна? А где здесь научная станция? В этом районе. Я что-то ее не наблюдаю. Преступление, да. Тайник Фиска, да. Склады демонов, да. А где научная станция, не вижу. Что-то как-то странно, да? Вы не замечаете? Может, она потом, кстати, откроется, когда я все остальные открою? Потому что пока не видать. Давайте тогда что? Сюда идем. Жетоны бас. Блокпост, поехали. База успеется. Лучше вмешаюсь, пока не дошло до жертв. А вы кто, террористы или преступники? Так сразу и не поймешь. Давай. Отлично. Все? О, люблю, когда парни из Соболя так и лучатся благодарностью. Или это их тошнит? Их тошнит от этого. 100%. Юрий, тут полно парней Фиска со стволами в руках. Ну, оружием. Я про оружие говорю. Про что еще? Не только бандиты берут стволы в руки. У меня предчувствие, что тут начнутся общественные беспорядки. Используя леса, нанести урон. Ага.
Человек-паук, и он нас убивает. Так, вижу я еще одни леса. Блин, чувак, мне надо, чтобы ты пришел сюда. Леса, леса. Где же мне найти еще леса? Есть одни леса, но надо, чтобы кто-то пришел. Чувак, давай подойдешь сюда-то у нас, а? Блин, слишком много. Слишком много их идет. Прикрывайте. Ну что ты там спрятался? Я здесь. Чего нет? Наверное, паук. Выключаем. Прячется, как девчонка. Ой, ну класс, получил звездюлей. Он сам ее бросил, блин, получается. Обещаю, я всех арестую. Да ты серьезно, не того. Все к нему. Сами напросили. Просто грустно, что когда ко мне бежит толпа, я сразу думаю, что меня хотят убить. Но я всегда прав. Каждый работник на этой стройке недавно выиграл крупную сумму в казино. Легкий способ отмывать деньги. Вот, наверное, где Фиск теперь хранит их. Если прикроем ее, прижмем его к стенке. Я получаю ордер. А я осмотрюсь. Да нет, не допишу. Подкрепление! И хорошо, а то те ребята мне уже надоели. Не дадим ему победить! Всех не одолей! Фу! Как он это сделал? Не дергайся! Со мной не выйдет! Еще отряд! Постарайтесь найти того, кто будет любить вас так, как ребята Вилли любят получать по роже! Сейчас будет больно! Да вот так сделай, пожалуйста. Потому что я сильнее вас, друзья. Потому что я сильнее вас. Даже не думай сделать это со мной. Все? Отлично. Твои люди не столкнутся тут с проблемами. А у Уилсона Фиска проблем все больше. Прекрасно. Замечательно. Так, все пройдено. Что у нас тут еще остается-то? Сколько строек Фиска еще осталось? Ни одной. Ему пришлось срочно завершить все, чтобы получить деньги.
Что ж, теперь ему нелегко будет проворачивать свои делишки. Что плохо для Фиска и хорошо для Нью-Йорка. Полагаю, ты доволен собой. Вилли, слушай, я как раз был у одного из твоих зданий. И, страшно сказать, там творились всякие гнусности криминального толка. Короче, твоя стройка закрыта. У меня есть другие источники дохода, но ты доставил неудобства и заслуживаешь наказания. У меня длинная память, а руки еще длиннее. Надо заставить всех, кто поклялся меня убить, провести между собой турнир. Турнир. Да, окей. Что, получается, осталось там? Склад, научная станция, которую я не вижу. Давай тогда сюда. А по пути, скорее всего, будем просто лететь и смотреть, может, появятся эти преступления. Чё, ничего нет, что ли? Серьезно? Летаем, летаем, а толку ноль, да? Вас тут, наверное, сотовые отлично ловят. Они очень не хотели меня пускать. Значит, мне именно туда. Ну, пойдем. Опа! МДжей, прибыл по третьему адресу. Похоже, тут офисный маскарад. Тогда ты должен хорошо вписаться. Только не начинай с ударов в лицо. Да, сдается мне, отдел кадров не будет от меня в восторге. Миной-ловушкой. Блин. Ну, одна есть, хорошо. Тут уже, конечно, посложнее. Надо так, таких одиночек брать. Притом, надо, чтобы он подошел. Допустим. Блин, ушел. Зараза, ушел. Зараза, ушел. А, кстати, вот того можно вырубить. Ой, не в ту сторону, серьезно? Ё-моё. Наверх получается. А, закончились. Класс. Отлично. Воу-в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 оу. Во
Есть, отлично, успел. Еще одного. Хорошо. Уйди. Эй, дублеры! Роль кровожадных демонов теперь исполнят другие кровожадные демоны. Давай. Да не того, я думал, жирного, блин. Назад. Ну, держитесь. Мы за подкрепление. Или просто очень нарядные папарацци? Нет, я так и думал. Питер, в это место свозят все пожертвования фондом Ли. Одежду, книги. Они привозят их в грузовиках из всего города. Звучит как прикрытие для распространения да наркотиков. Что такое? Что больше похоже на этих ребят? Так, подожди, аминная ловушка-то не работает, что ли, у меня? Сюда иди. Отлично. Не сработало, что ли? Ага. Как вы сюда так быстро добираетесь? Уж точно не на шестичасовом поезде. Ох ты, ё-моё. Цветочек готов. Отлично. Надо было это заснять. Да вот это вот возьми, спасибо. Еще одного сразу. А, опять демоны. Как вы вообще друг друга различаете? У вас же масок раз-два и обчелся. Класс. Да ж сколько тут жирных-то, ё-моё. Уходи, 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 уходи. Опять жирные пришли. Не-не-не-не, жирных, жирных не трогаем. Жирный это кошмар. Жирный это полный кошмар. Да на них даже паутина не работает, серьезно. На них даже не работает паутина. Да что такое-то, ну? Куда ты, блин? Так, что на них можно подействовать? Какой-нибудь, ну, допустим, вот тебя, да? Отлично. Сложно какое-то было испытание. МЖ,
Я прикрыл это место. Здорово. Сделаю анонимный звонок. Уверена, если полиция проверит ящики с пожертвованиями, они найдут не только поношенные джинсы. Хорошо. Ну что, осталось получается только преступление и неизвестная научная станция, которой пока нет. Придется летать, летать, смотреть, искать. Так, давай-ка куда-нибудь. Вот, спасибо. Ну, где все преступления-то? Куда делись? Отлично. Там внизу серьезная авария. Кто-то мог пострадать. Угу. Сперва. Эй, гляди, букашка! Давай! Так, подожди. Я почему-то думал, что здесь просто этот авария. А тут еще и бандиты. Люди еще в ловушке. Надо поп... Я сейчас! Ну давай, получу. Где еще один? Я всем расскажу. Не паникуйте, я рядом. В безопасности. Дальше справятся спасатели. Хорошо. Хорошо, это уже хоть что-то. Спасибо. Ищем еще. Внимание, ограбление. Подозреваемые вооружены. У нас происшествие в районе Антонии. Это где? Это вот здесь. Нужно уважать местный малый бизнес, а не грабить его! Ну, как так-то, человек-паук? Кто там дальше? Успел. Ситуация под контролем. Мы приглядываем за тобой, паук. Все. Гениальная идея. Грабить магазины в городе под защитой Человека-паука. Хорошо. Еще много чего еще. Полиция уже едет, значит и мне пора. Много чего еще осталось. Это где? Это назад. О, остановить преступление за 3 минуты и сбросить 3 врагов со здания. Вот это, кстати, очень интересное испытание, блин. Сразу отсчет времени не ведется, вот в чем проблема. Демоны, и у них опять взрывчатка. Пора вызывать бригаду саперов. Так они уже здесь, нет? Человек-паук, у нас тут опять цепь зарядов демонов. Люблю этих парней. Отключу основное устройство, потом остальные. Пошел. Ни за что! Не в мою смену!
нашему же уши надо! Ну, держитесь! Спокойной ночи! Обезвредим основное устройство. Потеть сейчас совсем ни к чему. Так, строечку надо будет сделать. Но обязательно через это пройти получается, да? 100% и тройку сделать. Ну, как раз две двоечки получается. Понеслась. Так, ключ у меня. Давай быстрее, пожалуйста. Ну, встань ты сюда. Куда? Где? О, да залезь ты, пожалуйста, сюда. Было опасно, но ты справился, Человек-паук. Просто день как день. Берегите себя, парни. Угу. За 3 минуты успел, но 3 врагов я с крыши не сбросил. Ну, допустим, что получается? Еще 2 обычных и 2 демона. Ну, опять-таки, ищем. Далекий член культа Человека-паука, простите, его фан-клуба, решил сделать его святым. Бред, да? Но я всегда даю людям высказаться, прежде чем судить о них. Говорите. Да, но Человек-паук хорошо знает город. Он задерживает преступников, помогает людям в каждом квартале. Чушь! Но вы же хотели меня выслушать. Я слышал достаточно. Вам явно не понять рациональных доводов, мадам. Но, надеюсь, остальные слушатели смогут. Так что еще разок. Это не помощь, когда мститель заявляется на место происшествия без специальных подготовки, знаний и полномочий. А вдруг он кого-нибудь покалечит? Кто с него спросит? Ответ, друзья мои. Я. Ну и что? Далеко ушел? Я уже ухожу за район, а там туда. Всем машинам Соболя нужен отчет об обстановке в Блумингдейле. Демоны атакуют Ромео. Высылайте подмогу. Демоны атакуют Ромео. А вот, в принципе, и Ромео. Опять 3 в воздух подбросить. Не то чтобы я был фанатом... Эй, крыша, для барбекю, а не для стрельбы! Знаю, что сделал за вас всю работу, но мне не нужна оплата. Я энтузиаст. Контроль, предупредите другие простые демоны могут вернуться. Ищем дальше. Остались еще одни демоны и 2 преступления. Вот, в принципе, и демоны. Так, детки, будете хулигани, отберу у вас бронебойные игрушки. Так. Давай. Сразу. Отлично. Да, блин, я хотел его туда. Не получилось.
Давай, 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 отлично. Вот. Ну, давай, 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 давай. Отлично. С демонами покончено. Дальше вы сами, офицеры. Говнюк. Фу, с демонами тут все. Осталось только преступление. Ох. Самое опасное все-таки... Это жирные. Внимание, ограбление. Подозреваемые вооружены. У нас происшествие в районе... Где? Ребята! Ну зачем вам оружие? Разве это вежливо? Ну блин, уж нажал же, нажал, уклонил. Тупинка, блин. Все. После ареста Фиска все мелкие сошки вылезли из своих нор. Ну, это было очевидно. Копы едут. Остался последний. Да, остался же последний. Да, остался последний, отлично. И будем сегодня заканчивать мы с ним серию. Нужно подкрепление для пред... Отлично. Следуйте в Morningside Heights. Ага, а вот и скоростная погоня за машиной. Да может ты зацепишь куда-нибудь, ну. Ё-моё, нажимаешь им, нажимаешь, он ничего не делает. Работе, не пришлось бы становиться преступниками. Сегодняшний день все лучше. Открыть огонь! Ну, держи, ну давай прыжок. Добро пожаловать на шоу. Отвали! Автомобили страхуют от паутины. Это идея на миллион долларов. Все, закончили. Закончили мы в этом районе полностью, кроме научной станции, по которой пока нет. Возможно, появится потом. Остался по единице мне только один рюкзак, последний. Поэтому давайте мы смотаемся, его заберем, без всяких голубей. Чтобы уже, так сказать, закончить с рюкзаками. Похитим Человек-паук! Что? Нет, вы
не поняли меня? Моего мужа похитили преступники. Его закрыли в багажнике машины. Человек-паук нашел его, спас, а потом задержал вернувшихся к машине преступников. Простите, мадам, я не расслышал последнюю часть из-за ошибки моего ассистента. Но вы же понимаете, что Человек-паук мог подстроить это похищение, чтобы спасти вашего мужа и прославиться за его счет. Намного правдоподобнее то, что он просто поймал настоящих преступников. Ясно, тут мы в тупике. Всего доброго вам и вашему мужу, мэм. Джаред, уходим на рекламу. До ее окончания ты должен успеть уволить себя и нанять заново. Но я прощаю тебя в последний раз. Если бы я оплатил тебя, я бы выписал тебе штраф. Все, турист получен. Отклоненные наброски костюмов. Неплохо, но я решил заняться белым пауком. Угу. По навыкам у нас 1 очко навыка, но нам требуется с вами 2, чтобы открыть здесь. Так, костюмчики, но это уже с вами будет потом. Ну и по идее пока здесь все. Это у нас с вами новый район, Гарлем. Тут осталось, получается, что у нас? 2 склада демонов. 2 научные станции, которые я, в принципе, вижу. 2 голубя. 2 испытания. И куча, опять-таки, преступлений демонов и бандитов. По идее, осталось то, что у нас? Тут всего лишь 2 незачищенных района, правильно? Можно, по идее, переправиться вот сюда, потому что тут что осталось? У нас 1 испытание, 1 голубь, да, 1 достопримечательность и преступление. Давайте, наверное, сюда переместятся. И продолжим с вами, друзья, уже в следующей серии. На сегодня все, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Азар Бабай, спасибо за просмотр, увидимся в следующих прохождениях, всем пока.